Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел рассказать вам про современные теплицы. Это теплицы Митлайбера. Благодаря тому, что скаты крыши сделаны с разным углом, вверху получаются форточки. И при открывании их тепличка очень хорошо проветривается. Это она идет шириной 6 метров, построена именно по этому принципу. Кроме того, мы тут добавили много интересных новшеств. Это, во-первых, идет комбинированное освещение. То есть основное освещение дают натриевые лампы, а дополнительный спектр фотоактивной радиации, который используется в фотосинтезе растений, это дают именно светодиоды. Отдельно стоит рассказать про светодиоды, потому что в принципе за ними будущее, они позволяют использовать именно тот спектр, который участвует непосредственно в фотосинтезе, а именно синий и красный. Данные магистральные светильники отличаются еще тем фактом, что у них используется оптика. То есть на каждый светодиод ставится линза, и благодаря этому свет фокусируется под определенным углом. Данные светодиоды дают рассеивание порядка 60 градусов. Этот угол рассеивания мы просчитываем специально под определенную высоту, и поэтому вот эти светодиоды светят непосредственно на тот участок Земли, который нам надо освещать. Дополнительно установлено у нас инфракрасное отопление, которое очень эффективно прогревает как грунт, так и всю тепличку. В этой теплице также мы установили систему капельного полива, которая работает в автоматическом режиме. Принцип строится на том, что в теплице имеется накопительная емкость. В эту емкость набирается вода, она отстаивается и набирает температуру непосредственно в теплице. Потом с помощью насоса и клапанов вода подается через капельную трубку, дозирована под каждое растение. Здесь разбиты грядки, разбиты они на зоны, то есть тут 4 зоны. И каждую зону можно отдельно поливать. То есть очень удобно, когда есть разные растения. Как видим, мы сделали лотки и землю мы приподняли. То есть с ней довольно удобно работать. И, соответственно, отделили грядки от дорожек. Дорожки посыпали щебнем. То есть довольно недорогое решение. И таким образом тепличка приобрела довольно хороший, цивильный и практичный вид. Еще довольно интересный вопрос, который часто возникает в теплице, это вентиляция. Здесь, как я говорил уже, в Митлайбере сделаны вверху форточки. И чтобы эти форточки работали в автоматическом режиме, на них стоят термоприводы. Сейчас довольно прохладно и термоприводы закрылись. Как только поднимается солнышко, нагревается в теплице воздух, термоприводы сами начинают открывать форточки. То есть очень удобно и практично.